Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте Deerlands. Прохождение хижины в лесу. Купил еще один погрузчик себе сюда. Тут мне явно не хватает одного. Так, отцепить нет. Сначала отцепить. Вот, теперь вот таким макаром. Кстати, надо загнать его на ремонт. Давай загоним на ремонт. Также купил КамАЗ. Вот он стоит новенький с прицепом. Надо будет сейчас борта с него снять. Так. А, погоди-ка, это у него... Нет, состояние у него нормальное, это просто вот эта штука показывает, толку сбивает. Давай ее тоже отремонтируем, чтобы она с толку не сбивала. А теперь нормально. Проложил здесь дорогу. Вот здесь вот все. Сейчас Урал здесь пока поставлю. Так, пускай стоит. С КамАЗиком надо теперь загнать его туда и сменить вот эти борта снять. Починить. Пока ехали, уже ремонт, да, требует. Так, бортас. Площадка. Настроить. Да. Здесь то же самое. Ага, все. Теперь я могу цеплять ремни, потому что с бортами ремни не цепляются. Хотя тоже вот не могу понять, почему мододелы не могут эту функцию добавить, чтобы с бортами тоже можно было грузы перевозить, ну, цеплять ремнями. В чем проблема, не знаю. Добавить ремни. Кстати, сейчас. Давай-ка я вот этот погрузчик пока в сторону поставлю. Он тут вот стоит по центру. Перегоню его пока сюда. Все. А я сейчас буду грузить мебель. Мебель со склада. Пришло время, надо действительно продавать. Там уже склад забит полностью. Тут еще продукции добавилось. Здесь уже ставить скоро негде будет. Все вот эти вот подделки из дерева. Так, сейчас загружу, наверное, три поддона со шкафами. Потихонечку буду освобождать место тут на складе. Наверное, надо перехватить поддончик-то, да? Так он место много займет. Надо перехватить. И загрузить по-другому.
Давай попробуем сейчас вот так загрузить, чтобы три поддона уместилось. Слушай, может даже и 4 встанет. Да, смотри, шикарно. Что за дела? Дай выехать. Закрепить сразу. Так, ну да, 4 поддона поставлю. Отлично. Я думал, меньше будет. Освобожу здесь немножко места. Четыре поддона не получилось загрузить, он бы висел бы очень сильно. Так что как-то вот так вот. Всего понемногу загрузил. Поехали. Получается сколько? 6 наименований. Блин, а я тут сейчас вырулю, нет? В притирочку. Поехали, короче, в город.
Там продам. В городе. И поеду я, наверное, вот здесь сейчас. Этой дорогой, потому что там я выйду сразу по прямой. Нежели там петлять. Так, вот здесь продам все это дело. Так, значит, с первой машины 20 тысяч вышло, а с прицепа еще 40. Ничего себе, 60 тысяч. Так, а мне тут в объезд, что ли? Поехали в объезд. Надо тут дорогу проложить будет. Надо будет еще воды и еды подкинуть коровам. Также тут за кадром выпилил еще часть леса. Напилил. И возле этой, как ее, там, где бумага лежит. Поехали, кстати, туда, я сейчас проеду. Машину там поставлю. Да, тут накопилось много бумаги. Плюс еще на самом производстве там есть. Ну и здесь также я выпилил место. Не знаю, планирую какой-нибудь склад поставить. А лес пойдет сюда на производство. Так, во-первых, я хочу... Где тут лесопилки? Планки поставить, вот эти короткие поставить... Режим продажи. И у второй то же самое. Режим продажи. Автоматически. Ну, посмотрим. Я не знаю, сейчас она продастся. Но, по идее, должно как-то продастся нам, да, или что? Ну, пока что-то не продается. Либо это как бы, может, в конце дня, не знаю. Стоит продажа. Ладно, может, подождать надо. Так. Давай загоним Ниву помыть. Но сильно чистой-то она не будет. Все равно тут она ржавая вся. Ну, чуть-чуть помоем. Что-то отмоется, что-то нет, конечно.
Но все, вот так вот. Вот так вот она чистой выглядит. Сами видите, колеса, они просто сами все такие. Перед тоже вот все. Тут видите, вот уже все, это машина такая. Рабочая лошадка. Так, давай посмотрим, что тут добавить. Ну, у этих вроде пока все отлично. Утилят это. На продажу они растут. Вот кому интересно, они вырастут в быков уже. Эх, на продажу. Так, здесь корм есть, воды можно добавить будет. И надо сено им докинуть, потому что у них сейчас трава осталась одна, а она... Здоровье понижает трава. Что тут? Тыквы какие-то. Сено. Но вот так, потому что все равно останется. Наверное. Кстати, я купил этот новый себе харвестер. Тот, который арендованный, у меня синий был. Я его вернул и купил себе красный, вон тот он стоит, харвестер. Обошелся он мне в 400 с лишним тысяч. Это уже я им как раз и напилил тут он лес. Так, ну и надо водички. Давай за водой съездим. А, она у меня, кстати, наполнена. Так что вообще хорошо. Во, продалось, смотри. Планки продались. 138 сейчас. Было 80. На 58 тысяч, короче. Так, заливаем. Дай-ка я посмотрю, сколько продал. Так, здесь все. А здесь тоже все. Ну, отлично. Планки вот эти короткие, именно короткие, я пока поставлю на продажу. На автоматическую. Остальные пока будут... Что-то, какая-то продукция будет копиться. Будет лишний много, поставлю тоже на автоматическую. Так, а что, я всю залил? Ничего себе. Поехали сразу, наполним. Пускай заполняется. Ну-ка, сколько здесь корма? Надо корм привозить, наверное. 380. Ну, наверное, еще на день, как говорится, хватит им. А вот яблоки тоже надо продавать. Давай зальем сюда телятам.
Тут они воду очень любят пить. С этим модом воды потребляет очень много. Вот такой вот харвестер Komatsu. Ну, такой я уже брал в аренду тот раз, когда место расчищал под строительство коттеджей. Но теперь это личный мой. Ну, вот сюда я все сложил, древесину. Вот здесь я выпиливал. Как раз вот здесь, в ту сторону. И там немного повыпиливал. Сейчас, наверное, возьму Урал, поеду это, где это, заправка, там за ней лес лежит тоже напиленный. Когда освобождал место под заправку, там осталось напиленный лес, надо вывести его оттуда. Пока кто-нибудь другой его оттуда не вывез, то эти соседи тут запросто могут забрать напиленные. Поехали, возьмем Урал. Так, а знаешь, что я еще сейчас поставлю на автоматически? У меня здесь... Я сейчас посмотрю, что у меня тут... Да не, пускай пока копится, не, нормально. И я планирую вот в этих загонах, где у меня свиньи, вот в маленьких загонах. Там вмещает по 30 он. Значит, в новых загонах я оставлю по 5 взрослых свиней где-то в итоге. Потому что когда они будут размножаться, чтобы там было место для молодняка. А в большом загоне оставлю, наверное, из взрослых, ну, штук 10, наверное, особей. Где-то так. А остальных всех взрослых надо будет на мясо вывести обязательно. Так, давай в лес заезжаем. Там в лесу напилено. Тут, блин, ветки вот эти концы тоже, в принципе, можно забрать. Так, вот здесь немного. И вон там горочка еще. Но все за раз я, конечно, не вывезу тут. Давай эту большую заберем сначала. Так, ну так загрузился, все-таки все уместил. Останется только вон там забрать еще. Наверное, поеду продам. Там, в принципе, у меня леса и так много напилено для производства. Это можно свести, продать.
Блин, тут поле, выезжаем на дорогу. Блин, не перевернуться бы. По поводу полей, ребят, я уже говорил, что на этой карте я полями не хочу заниматься. Это прохождение чисто про лесозаготовку и про производство, ну и также разведение животных. А полями заниматься тут не хочу. Так, наверное, сейчас все продастся. Да, все. На сколько? На 14 тысяч. Ну, неплохо. Неплохо. А, кстати, сейчас знаешь, куда машину отгоню? Отгоню ее там, где коттеджи строятся. У меня там тоже часть леса лежит. Как раз, наверное, на одну машину. Все никак не вывезу, уже там давно напилено. Так, одна кучка маленькая туда дальше, и две кучки, по-моему, здесь, да. Вот эти вот. Надо будет собрать и загрузить. Здесь планирую поставить четвертый коттедж. Всего здесь будет их 4. Три уже сдаются в аренду. С них идет ежемесячный доход. Довольно-таки неплохой. Четвертый дом будет... По цене дорогой, больше 200 тысяч его стоит построить. Пока денег нету. Бригада стоит. Планировочка у них тут. Да, здесь еще, кстати, еще придется вкладываться, потому что забор еще не построен. Все это за мой счет. Здесь уже все построено. Тут уже живут. Вон там хозяева стоят. Да, вот здесь у меня еще чуть-чуть. Ну, за один раз тоже вывезу. За один раз все вывезу. Еще на 14 тысяч продам. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.